Ребят, я приехала, короче, вот мы приехали к Кевину, это Сауле. Мы сейчас вместе работаем, и мы придем сейчас. Ой, придем, для пов, пришли уже. Гости. Это звонок? Не знаю, я тоже не понимаю. По-моему, свет это. Они еще не умеют дверь открывать. Бывает, новая квартира все-таки. Merry Christmas! Здравствуйте. Здравствуйте. Привет! Смотрите, в общем, девочки пришли. Мы здесь, а мальчики убираются. Привет! А мы будем елку набирать. Ладно, ладно, я тебя смайликом закрою. А это же Надин, он приехал вчера с Кореи. Топоки! Кевинчи тоже что-то готовит. Мы сейчас будем украшать елочку. Вот видите, какая красивая. А, кстати, вот такая не очень. Ёжадыль сазин чикку иннэнде. Кевин шинэн. Аньо, аньо. В общем, Кевин, знаете, что придумал? Как это? Как это? Секретный Санта или как его? Тайный Санта. А, тайный Санта. И сегодня он всем гостям сказал, чтобы каждый принес по подарочку. И мы, получается, будем смешивать, и потом номерки, этот, по номеркам, короче, будем выбирать себе подарок. И вот сейчас мы сюда выложили все. Вот видите? Сейчас будет интересно. Блин, а из-за музыки же нельзя куда вставлять. Аня, 제가 이렇게 걸려온 거. 아니, 우리 모르는 거니까 이거 이렇게 하면 돼. 우리 지금 모르잖아요. 네. 서로 마음에 드는 선 너 바꿀래? 바꾸기 찬스. 서로 아. 물어봐서 바꿀래 안 바꿀래? 안 바꾸면 많은 거. 네. 네, 알겠습니다. Мы, короче, будем вытягивать эти бумажки. Если вдруг выйдет, допустим, вот это мой подарок, номер 3. Если я сейчас вытяну свой же подарок, потом мы просто будем, как бы, ну, меняться, да? Я правильно же поняла? Да. Топоки уже готово. А это? Это как называется? Иримбото. Кальбити. Это кальбити. Это говядина, если что. Нет, это не свинина. Привет. Как ты могла? Сауле? Я сидеть. Я подлетаю, она съела. Нана, вы задержаны по... Меня тоже там видно. Кевинчи. Это у нас кальбитим, да? Говядина. Я чего-то не могу.
그냥 네. Карри? Карри там соус сделал Кевин для чикена. Вот смотрите, как аппетитно выглядит. Жан-один у нас мясо жарит. Сейчас мы будем мяско. Мой подарок попался Ардак. Ардак. Да. Короче, сейчас я хотела именно вот этот подарок. Да, поэтому мечты сбываются. Знаешь, типа, ночной город.